Окей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Бульбазавр, King on Fire, Серега, Енот, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы играем очень классный режим, который очень похож на игру Among Us. Называется Murder. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. Блин, нельзя же говорить, да? Я так лежу. А где ты, Димас? Димаса убили, ребята! Убили меня. Да. Точно? Кто это сделал, предполагаю? Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Веселим народ, настроение и там все такое. Давай, Серега, найди убийцу. Ищу. Так, я могу спектейтить. Коробка с... О, я теперь вижу внизу настоящий никнейм. Я буду наблюдать за убийцей. Давай, убийца, ты сможешь, я верю в тебя. Ты какие? Двоих даже замочил? Да, он не отвечает, ну что, глупо будет. Так, пошел, пошел. А где все? Сварщик, где ты, Виктор? Здравствуй, Виктор. Как дела? Как дела у тебя? Ого. Ой, это было, наверное. А у шерифа есть пистолет? Подожди, если ты ныкаешься, твои следы пропадают или что? Они остаются. Так, а где шериф? Как узнать, кто шериф? У него есть пистолет. Ага. На, еще одна. Оно с одного раза убивает вообще сильно. Вообще мощь. Я так лежу аккуратно, не топтайся по моему трупу. Я еще пригожусь. Так ногу на ногу закинул, как телевизор смотрю. Меня вообще в окно выкинули. Так, это... Ну как ты так молодец? Ты играл в этот режим раньше, да, я так понял? Нет, первый раз, клянусь. Ну так не надо так сильно играть, давай дольше. Блин, прикольно получилось. Продолжай. Надеюсь, вам тоже нравится. Главное, что очень быстро запускается, никаких отчетов времени, нигде ничего. А кто гонит? А если да. Шериф сразу застрелит убийцу, мы победим. Да. Отлично. А если шериф убьет этого, то у него будет... Короче, у него черный экран. А получается, это шериф. Я понял тебя. А, тут труп, ребята. Уже убили кого-то? Да, тут труп валяется. Офигеть, знаю, так быстро? Руки. Серега, это опять ты убил, короче? Нет. Давай. Я не знаю, у меня тут что-то темное все стало. Так, вот. Подождите, нас тут четверо. Так, Сиера какая-то, Ноябрь и Гольф какой-то. А Магнум убивает с одного раза? Да. Да, но если попадешь, например, руку, почему я всегда первый умираю? Вот убийца, вот убийца, вот он, иди сюда. Что такое нуздило? Вот, Гольф. я узнал, что это он. Нуздило. Мы выиграли. Знаешь почему? Очень подозрительно вел себя. Так, мне этот режим начинает нравиться, я угадал убийцу. Знаешь почему? Потому что мы все были, а потом он пришел со стороны дома, и вы там труп нашли случайно. Так, ну что, что у нас? Пацаны, продолжаем. Ой, блин. Что это было? Не знаю. Меня застрелили просто так? За что, Димаса? Я же ж обычный чел, пиздрик. А, я вижу, я за убийцей слежу. Ой-ой-ой-ой-ой, я переживаю за игрока уже одного. Опа, следит! Правильно, стой на крыше, кто в розовой кофте, следите. Так, это Серега, ты стоишь на крыше, следи. Нет, это не я вообще, это униформ, я Браво. А, ники меняются постоянно? Да. Убил! Убил! Димас, ты палишь убийцу сейчас. Каким образом палю? Убил. Так, не, ну то, что убил, я ж не говорю, кого убил и где. И кто. Что, где, когда. Но, даже этот челик пострадал, ну ничего, бывает. Там был убийца. У шерифа очень слабо как-то все. А где доказательства?
Енот, ты лагаешь, что за фигня? И в той серии тоже. Ну так бывает, ребята. Наверное, из-за того, что Discord требует очень много интернета, у него его не хватает. Вот так вот. Потому что стоит же на 256 килобит, да? Звук. Угу, понял. Не знаю, мне приходится сворачивать, чтобы слышать. Я понял. Значит, надо винду поменять. Лима мертв, походу. А сколько людей еще живых? Давайте посмотрим. А я как раз, узнать? Два. Ой, господи, шерифа убили, наверное. Три, да? Человека мертвых, а еще получается раз, два, три, четыре, пять человек живых. Енот, давай! Что-то делай. Нет, два человека. Енот уже убили. А убили уже, тебя? Шериф уже два раза поменялся, пока в этом этом. Боже мой, еще. А, это он! Я один остался, что ли? Серега, да, ты один. Я не говорил. А что теперь получается? Тебе придется убегать от убийцы? Нет, надо найти револьвер. А он есть? Да. Когда убиваю шерифа... Серега, знаешь, где револьвер? В бассейне или возле бассейна? Походу, в бассейн упал, когда он убивал шерифа. В бассейне. Прямо на дне бассейна. А он туда пошел, урод. Вот жопа. Да, вот он лежит. А, токсик, все, я... Ясно, кемпер, там, да. Кемпер вонючий. Давай, 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 Серега, я в тебя верю, ты сможешь. Сереж, как? Ну, это кемпер вонючий. Ну, блин, мы с тобой не дружим. Даже шанс. Все, теперь сейчас следующая катка. Я буду молчать. Все, никто ничего не говорит, что было по-честному. Чисто играем. Я буду комментировать, но нейтрально, чтобы никто ничего не понял. Продолжаем. Мы ждем, типа, голосовать. Блин, прикольная игра. Так, давайте выслеживать, кто же Моньякс. Да, действительно, кто же? Давайте следить. Надо, знаешь как? Я вычисляю по поведению, когда он начинает или скрыться, или за спиной сюда ходит. Вот в розовом. Кто это в розовом? Сюда пытается за спиной ходить. А кто там головой бьется? Да тихо, легче, двери поломаешь новые. Так, я буду при людях. Я лучше... О, синий, смотри. Так, я буду в людях стоять, я не буду. Я боюсь, что меня замочат. Да ё-моё, меня убили. Ты знаешь, чем тебя убили? Дверью. Да, я знаю, засранцы вонючие. А так бывает? Да. Нет, это если на Б нажимать, пинаешь. Вот смотри, вот, блин, кто в дом забежал и там крысится? Надо его выследить. Так, нету никого. О, пацаны, двойной пирожок пришел в этот режим. Дим, залезай ко мне на крышу. Давай, идем, будем... Меня убили дверью! Димас был маньяком! Да ну так нечестно! Зачем вы дверью убиваете людей? Да все по-честному. Блин, я так хотел по убийце побыть. А я знал, что это убийца, я тебя поэтому и позвал. Чтобы меня застрелить? Чтобы тебя спалить при всех. Каким образом? Я ж был на краю, на крыше, а тебе надо было подойти на край, чтобы меня... Ну блин, все, я сейчас эту дверь удалю вообще. Нельзя удалить, все не работает. Ну ладно. Короче, блин. Кто пинается, тому бан. Да, согласен. Или и сразу бан, реально бан. Пермамент. Знаешь, кто убийца? Кто? Сейчас. Лима убийца. Он или? А, это шериф. Это шериф. No, а как он разговаривает, я тоже хочу. На Q. Началось, теперь будем разговаривать целую серию, да? О, ты слишком палевно. Слышу, кто-то машет ножом. Так, я буду с пацанами ходить. А мы на крыше тут с шерифом стоим, когда он должен ходить это и расследовать, кто убийца. А тут фонарик, это драться. Убийца Кила. В розовом. Почему? А он сразу это, начал этот уходить от всех. Нет, нет. Нет, нет, не убийца. Убили убийцу? Что? Да, я его нашел. А как ты выследил его? Ну, как бы только ты с ним пошли в дом вниз, и я вот решил. А если бы ты, если в принципе, я бы ходил, ты бы меня застрелил, я понял. Да. О. Я на рандом. Погнали. Сразу говорю, двери не пинать еще раз для людей. Кто забанил. Что такое? Мы нашли уже убийцу. А кто нашел?
Прикольно. Очень быстро и очень интересно. И очень странно, как он... Да. Может, он упал? Не, его, его двери убили. Я даже могу сейчас чекнуть, кто это сделал. Давай, бань его сразу, он мешает играть. Я случайно. Последнее предупреждение, не надо банить, но последнее предупреждение. Вот убийца, Янки, Янки убийца, знаете почему? Почему? Какой именно Янки? Нет. А чё я умер? Убийца. Офигеть. Говно. Убили, убили, енот, я в тебя верю, ты выживешь. Кило убийца. Да, я видел. Ну непонятно, кто убивает, обычно, ну вообще не видно. Енот, давай. Я верю в тебя. О, он идет к тебе. А если ты продержишься много времени, мы затащим, да? Нет. Мне надо именно убить его. А если ты, получается, шерифа убили, тебе надо найти пистолет. Все сходится. Палит. Кто же? Где он ходит? Сышь? Нож выбросил. А кто берет нож, тут убийца становится? Не, он только может. А, понял. Убийца просто может пинаться еще. Енот, давай, я в тебя верю, ты затащишь. Енот! Давай. Ну блин, енот, мы в тебя реально верили. Я хотел его обойти. Я случайно направо пошел. Давайте еще каточку. Молодец, мне понравилось. Ну чё? У нас шерифы какие-то, инвалиды все. Серега, так бывает. Там троих убил просто. А, не! Дым какой-то. Короче, я умер, если что. И очень быстро. Да ладно, Димаса убили. Да, меня, короче, замочили убийцы. Слежу за убийцей, погнали. Так. Что все за мной ходят? И за мной и ходят, блин, я боюсь. Так. Покажу, еще ко мне толпа подходит. Что делаешь? Я пинаю стол. Так. Давай, я верю. А где? Я не знаю, может, ты убил уже шерифа? Нет. Шерифа нету. А шериф вообще никак не подсвечивается? Шериф никак. То есть можно узнать, ты убил шерифа, если с него выпил пистолет? Да. А маньяк может пистолет взять? Нет. Вот было прикольно, пистолет и нож, и погнал. О, гараж. О, гоняй тачку. Не, было бы классно по сюжетке, типа машину взял и уехал, и пройдено, типа от убийцы слинял. Dead by Daylight есть, короче, этот? Или да. Пятница 13 есть режим? Горис Моди. Должны быть. Надо посмотреть, будет прикольно, кстати. Ну я помню, есть этот режим. Так, наблюдаю. Я так и знал. Ты плохо тут стал. Блин. Шерифа, походу, нету у нас, да? Да. Не, но я бы попинал. Чип сказал мне. Хэллоуин закончился. Ой. Это смешно смотрится. Знаете, напоминает, это реально Among Us, только в Garry's Mod в 3D. С прикольным, что уровень много уровней, можно на крыше встать, не всегда в 2D. Прикольно. Скажите, где револьер находится? У нас был шериф, но он выходит в одну, где он просто бегал. Шериф, а есть бегал. Этот карта Among Us? Одна. Я видел, прикольная карта, но это интереснее. Это мимка. Она маленькая, оптимизирована очень. Я могу от третьего лица наблюдать? Я спину почешу. Так.
Кто еще живой? Получается, один человек живой только? Я знаю, что это Мик, потому что он на моих глазах зарезал. Да уже можно и сказать кто, потому что их тупо двое осталось. Так что коробка с мечами, я тебе не завидую. Серега идет по твою душу. Я хочу посмотреть, как Серега тебя убьет. Так, Серега, давай, я в тебя верю. Он на крыше. Монет может навестись на труп, нажать Е, он может сменить себе образ. Да? Can't you see I'm busy? А ну, Серега, покажи. Я нажимаю. О, переоделся. Можно это трупы тягать, да типа труп, да, запрятать можно? Да. Офигеть, можно в кусты типа оттащить трупейшн, да? Я придумал, что с этим режимом можно еще записать. Пошел. Так, пошел, давай, я в тебя верю. А что ты как инвалид прыгает? Тут ограничение как на Dark RP, да, стоит? А что, ты ножик не воки? А, ты хочешь с расстояния замочить по эпику? Да. Давай, покажи эпик людям. Нет, не получится. Он тебе не даст просто этого сделать. Для того, чтобы попасть... А, все. Для того, чтобы попасть, надо попасть. Красава. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.